Ранним утром 9 сентября 90-го года отец Александр шел по узкой лесной тропинке в сторону железнодорожной платформы «Симхоз». Он спешил к утренней литургии. Его храм находился в новой деревне. От «Симхоза» полчаса езды электричкой в сторону Москвы. Все вокруг было окутано плотным туманом. Убийцам это было как нельзя кстати. Они возникли совершенно неожиданно, словно из-под земли. Удар был мощным, и, как потом покажет экспертиза, вполне профессиональным. Преступники подхватили выпавший из рук священника портфель, судя по всему, он-то и был им нужен, и мгновенно растворились в тумане. После страшного удара по голове отец Александр, как ни странно, остался на ногах. Лицо его было залито кровью. Пошатываясь, он пошел обратно в сторону дома. Когда его увидела и одна из пожилых женщин, живущая в Симхозе, идущим с окровавленной головой, когда он пытался дойти до дома, когда она его спросила: «Батюшка, кто вас так?» Он ей сказал: «Я сам», что абсолютная правда. Все, что он сделал сам. Но я бы не назвала это привлечением беды, потому что там можно сказать, что и Христос навлек на себя беду и тоже ее таким образом вот накликал. Нет ничего случайного во Вселенной. И то, что мы задаемся вопросом о смысле жизни, о цели жизни, о назначении, это свидетельствует об удивительной тайне, которая присуща только человеку. 1 сентября, за неделю до убийства, исполнилось 30 лет со дня рукоположения Александра Меня в сан священник. В тот день молоденькая эхаристка преподнесла ему подарок. Это был ею нарисованный портрет отца Александра. Батюшка почему-то сказал: «Вы мне это на гроб положите». За 2 дня до убийства он зашел к своей прихожанке и сказал, что безумно голоден. Это была пятница. Че, я сказал: «Отец Александр, ну вот у меня есть только вот ветчина, это же постный день». Потому что он так посмотрел на меня, вот это как раз это было в этом кабинете, задумчиво сказал: «А вы знаете, Катя, а мне ведь теперь все можно». За 15 часов до убийства Александра Меня была сделана вот эта фотография. Последняя фотография, на последней лекции она у нас есть. Какой трагизм в глазах отца Александра. То есть я думаю, то, что эти дни последние, это вот тот вопрос: «Да будет воля твоя», вот который был в голове у отца Александра. Многие близкие отцу Александру люди говорили о том, что он предчувствовал, что кончина близка. Но на основании чего? Для свидетелей это станет мучительной головоломкой. Их в деле об убийстве священника будет с избытком. Буквально за несколько часов до гибели Александра Меня здесь же, на станции «Симхоз», глубокой ночью произошло еще одно загадочное убийство. Погибла женщина. Ее кто-то толкнул под поезд. Кто она, установить сразу не удалось. Только спустя 3 дня следователь Соловьев, работавший тогда во главе следственной группы по делу гибели Александра Меня, совершенно случайно, заглянув под платформу, найдет странный полиэтиленовый пакет. Ну, смотреть его сразу не стали, поставили охрану, вызвали работников транспортной прокуратуры, потому что не прокуратуры, а транспортной милиции, потому что это в зоне их работы находилось. И издалека, из-под платформы, куда просто так вот нельзя забросить, например, а только можно залезть и засунуть в щель, извлекли пакет. В пакете обнаружили сумку, а в ней документы, по которым и определили личность погибшей. Ею оказалась жительница соседнего поселка Ходьково Галина Аникейчик. Никто тогда и предположить не мог, что жестокое убийство священника Александра Меня и странная смерть под колесами поезда никому неизвестной молодой женщины окажутся тесно связанными. Все вскроется только через несколько лет. А в те дни трагическая гибель известного христианского проповедника повергла всю страну в шок. Повсюду стихийные митинги, демонстрации. На очередном заседании Верховного Совета России Борис Ельцин заявляет, что будет лично контролировать ход расследования. Создается сразу несколько параллельно работающих следственных бригад.
складывается общая картина случившегося. Около 7 часов утра, в тот трагический день, в службу скорой помощи позвонила женщина и сообщила, что у калитки ее дома лежит окровавленный мужчина. Медики были на месте уже через 20 минут. Привалившись телом к калитке, полусидел, полулежал изуродованный, залитый кровью бородатый мужчина. Из дома вышла хозяйка. На вопрос, кто это, а она ответила, что не знает, и ушла в дом. Значит, я в окно услышала какие-то звуки такие предсмертные. Вроде предсмертные вот хрипы такие. Но я с просонья не могла понять, что это такое. Вот. Когда я выскочила, посмотрела, я в окно крикнула так, что там, что случилось, кто там, что. Вот. Потом выскочила, посмотрела, подошла. Ну, еще было так темновато, к воротам я подошла, смотрю, что там кто-то лежит на земле, с другой стороны от ворот. Я не поняла, кто это. Было темно, я близорукая. Прибывшие на место эксперты определили, что смертельный удар был нанесен, скорее всего, топором или саперной лопаткой. Из соседней воинской части вызвали роту солдат. Прочесали все в радиусе 2 километра. Никаких особых улик, разъясняющих обстоятельства преступления, ни самого орудия убийства найдено не было. В первую очередь искали портфель священника. Думали, что преступники выкинут его, забрав содержимое, но не нашли. Следователям было известно, что Александр Мень в последние дни буквально не выпускал его из рук. Вечером, накануне убийства, тоже. Там еще был один эпизод в этот же вечер, когда нужно было идти на лекцию в большой зал, где он его и читал. И я увидела, как он, вот, так сказать, схватил свой портфель в руки крепко. Я говорю, отец, ну оставьте его вот здесь никто ничего не возьмет. И я видела, знаете, с какой неохотой он расстался с этим портфелем. Говорят, что в портфеле мог быть некий документ, над которым буквально без перерыва на сон и еду работал в последние дни своей жизни Александр Мень. И вообще, предположение о том, что могло оказаться в портфеле, и по сей день рождает самые невероятные и фантастические версии убийства священника. Вы знаете, версии, они как бы возникли и помимо нас. Потому что убийство протоиерея Меня оно вызвало громаднейший резонанс. Я не помню до этого времени ни одного уголовного дела, которое так бы взбудоражило общество в Москве. Чем же был так знаменит, казалось бы, простой сельский священник? Александр Мень родился 22 января 1935 года. К этому времени почти все храмы в СССР были разрушены или закрыты. В оставшихся служили в основном те, кто безропотно принял советскую власть. А несогласные с ними, те немногие, уцелевшие после расстрелов и лагерей, ушли в подполье. В одном из таких подпольных приходов состояла и Елена Мень, глубоко верующая православная христианка. Там она тайно крестилась вместе со своим сыном Александром. Отец маленького Алика, так звали Александра самые близкие, крещению не препятствовал, хотя и был убежденным атеистом. Говорили, что от отца Алик унаследовал доброту, а от матери – веру. Алик выучился писать в 4 года. Первые слова, которые он написал, были цитаты из апостола Павла. «Не будьте побеждены злом, а побеждайте зло добром». Архимед Андрей Серафим, наблюдая его играющего во дворике вот дома, он сказал, что пройдет время, и вот этот Алик многих людей приведет ко Христу. Окончательно в желании стать священником он утвердился в 12 лет. В тот год праздновали 800-летие Москвы. Это был теплый вечер, то ли осенний, то ли летний. Все мы вышли на улицу, было темно, но кругом горели огни, и из-за каменного моста вдруг поднялась огромная голова Сталина и устремилась в черное небо. И там повисла.
и на него были направлены прожекторы. Вот я, глядя на эту антихристову голову, все-таки думал, что я обязательно должен стать священником, чтобы как-то противостоять таким вещам. Александр Минь учился на биолога в Пушно-Меховом институте. С последнего курса его отчислили за религиозное мировоззрение. И буквально через несколько месяцев он был рукоположен в диаконы. В то роковое утро отец Александр спешил сюда, в новую деревню, в храм Сретения Господня. Последние 20 лет своей жизни он прослужил здесь. Сюда часто приезжали известнейшие люди. Александр Солженицын, Фазиль Искандер, Александр Галич, Тимофей Фрисовский. Все они, как и местные прихожане, ощущали необыкновенный магнетизм личности Мени. Чем же все-таки притягивал к себе этот, по сути, еще молодой священник? Он был не просто религиозным гением, он был духовным лидером России. В последние годы своей жизни он был духовным лидером России, и это было осознано многими, в том числе его противниками. По распоряжению президента Горбачева расследование убийства Александра Меня возглавил тогдашний министр внутренних дел Виктор Баранников. И вскоре в прессе появилось сенсационное сообщение. Убийца православного священника найден. К этому мнимому, как скоро выяснится, успеху привела проработка самой простой, как тогда казалось, очевидной версии. Она тоже была связана с пропавшим портфелем. Предполагали, что в нем могли быть деньги, причем сумма внушительная, собранная прихожанами на ремонт храма в новой деревне. Было известно, что отец Александр случайно выронил эти деньги из портфеля в подмосковной электричке за двое суток до убийства. Ну, он полез в свой портфель за недельником. И вот, понимаете, все содержимое этого портфеля, его крест, который пропал, его облачение, деньги, которые он зарабатывал, собирал на строительство храма, эта папка белая, которую я видела, это все упало вот на этот не самый чистый, почти заплеванный пол подмосковного поезда. Свидетелем этого оказались многие пассажиры вагона. Среди них были и жители сельхоза, так что слух о содержимом портфеля легко мог разойтись по поселку. А дальше все казалось бы просто. Ну, кто может совершить разбойные нападения? Человек, которому нужны деньги, который агрессивный, попадает в поле зрения органов там, милиции и прокуратуры. И поэтому проверяли всех жителей поселка. И в поле зрения попал некий Геннадий Бобков. Его взяли, расспросили, и он сказал: «Я убил Меня». Паскаль говорил, что весь мир сильнее человека. Ничего не стоит эту пылинку раздавить, ничего не стоит погубить этот маленький тростничок. Камень упадет и все. Но этот тростничок выше всего этого, потому что он знает, что он погибает. Этот тростник мыслящий. Геннадий Бобков – сосед Мени по поселку. Личность темная. Нигде не работал, пил, иногда подворовывал. За что и был неоднократно судим. Бобкова взяли на третий день после убийства. Руководство страны по инстанциям доложили – расследование близится к завершению. И скоро на всю страну будет объявлено имя убийцы. Однако все стало складываться иначе. Когда в самом начале расследования попадает человек, который берет на себя это преступление. То есть вольно или невольно находишься под каким-то гипнозом, когда работаешь с таким человеком. Под гипнозом оказались не только следователи, но и сам подозреваемый. Для допроса был приглашен известный экстрасенс. И Бобков признался в убийстве. Под гипнозом он признался в убийстве. Но все это проводилось как? С использованием видеокамеры. Лучшие специалисты отслеживали все это. Потом видеозапись с признаниями Бобкова и эпизодами следственного эксперимента загадочно исчезнет. Как и исчезнут важнейшие вещественные доказательства, о которых мы еще расскажем. По словам Геннадия Бобкова, и топор, и портфель он бросил именно в этот пруд. Тогда сюда пригнали пожарные машины, чуть ли не со всей Московской области. Местные жители вспоминают ту осень и сегодня.
Воду из пруда откачивали почти трое суток. Затопили все соседние огороды. Но ни топора, ни портфеля так и не нашли. Что находилось в портфеле, Бобков толком объяснить не смог. Путался. По его словам, портфель вообще ему был не нужен. Он якобы был зол на священника за то, что тот когда-то написал на него заявление местному участковому. Ему не поверили. Тогда подозреваемый неожиданно заявил, что дней за 10 до убийства к нему подошел человек в черном. Так, в деле Александра Меня впервые возникла загадочная фигура черного человека. Потом, по ходу следствия, эта фигура будет появляться не раз. Но каждый раз под ее маской будут скрываться совершенно разные люди. Бобкову черный человек предстал в образе некоего архимандрита Иосифа, который сразу же в день знакомства пригласил его на тайную сходку. Этот черный человек мне сказал: ты русский или не русский? Я сказал: русский. Этот черный человек сказал: вот как ты думаешь, что надо убить человека, священника, который по национальности еврей? Ну и Бобков говорит: надо подумать. Поиски врагов никогда не решали никакой проблемы. Враги всегда находятся. Мы это знаем. Сколько бы ни попы, вредители, буржуи, аристократы, недобитые, недорезанные, всегда найдутся. Буквально накануне своей гибели, 8 сентября, Александр Мень выступал с лекцией на открытии основанного им православного университета. Тогда он получил несколько записок с угрозами расправы. Он получал их и раньше, но в последний месяц все чаще и чаще. Записки были того же самого плана: что ты, еврей, делаешь в нашей русской православной церкви, вот, ну и так далее. Версии, что к убийству Александра Меня могут быть причастны экстремистские организации разного толка, возникли еще до неожиданного заявления Геннадия Бобкова про человека в черном. Для этого были серьезные основания. Многих тогда раздражали публичные проповеди отца Александра. Не нравилось, что он призывает к широкому и открытому диалогу между разными христианскими конфессиями. В этом видели угрозу самобытности православия. Я Александра Меня никогда не любил и не люблю. Он еретик с точки зрения православного христианина. Как проповедник, конечно, он не только приносил вред, но и, я бы сказал, так сказать, он был опасен. В ответ на выступление лидера общества «Память» священник Глеб Яконин, в те годы депутат Верховного Совета России, заявил: убийство Меня совершили русские националисты. Именно в их руках был топор. Русские националисты тут же не замедлили долго ждать и сказали, что убили сионисты, что не исключено, что убил Моссад. Однако никаких подтверждений об участии израильских спецслужб или каких-либо тайных сионистских или, наоборот, антисионистских организаций в убийстве отца Александра найдено не было. Священника же, который подходил под описание Геннадия Бобкова, разыскали довольно быстро. Им оказался архимандрит Иосиф Пустоватов, сосед Бобкова. С него-то подозреваемый и списал образ таинственного человека в черном. Отец Иосиф работал в отделе внешних церковных сношений Московского патриархата. Часто бывал у Александра Меня и даже дружил с ним. На очной ставке Бобков подтвердил: да, это он. Он задрожал весь, когда услышал о том, что его пытаются обвинить в антиеврейском заговоре. Проверили, никакого отношения этот человек и близко не имел к этим событиям, тем более находился в это время он в Швейцарии. Следователю Соловьеву стало ясно: Бобков явно врет, оговаривает и себя, и других. Но зачем? Мы не один раз беседовали с ним. Ну, скажите нам, пожалуйста, Бога ради, тебя никто нигде не пытал, не бил, не заставлял? Нет, никто не заставлял. Нет, никто не бил, никто ничего не делал. Это убийство совершил я. Я вам говорю всю правду. Бобкова показали психиатрам. Те вынесли заключение: подозреваемый психически нездоров.
Да и множество нестыковок в его показаниях говорило о том, что к убийству отца Александра Меня он не причастен. Следователи оказались в незавидном положении. Их начальство объявило на всю страну, что убийца Меня найден и вот-вот предстанет перед судом. А тут такое дело. Перед Бобковым извинились и выпустили на свободу. И буквально через пару недель после этого в Москве происходят еще два загадочных и жутких убийства. Да, человек слабее материи, огненных бездн, которые пылают в звездах и в солнце. Человек слабее гор и скал и вулканов. Но человек сильнее совсем по-другому. И постепенно дух человека будет побеждать зло в нем. Наступит время, когда вся Вселенная будет наполнена одухотворенным человеком. Многие, увлекающиеся мистикой, сразу же обратили внимание, что Александр Мень погиб в весьма непростой день, 9 сентября. День – девятка первая. Сентябрь – девятый месяц в году. Это девятка вторая. И третья – 90-й год, год убийства. Три девятки. Если их перевернуть, получится 666 – число зверя. По Москве поползли слухи, что к смерти священника причастна подпольная сатанинская секта. Дальнейшие события добавили масла в огонь. 26 декабря того же года в своей квартире был зверски убит игумен Лазарь, секретарь митрополита Крутицкого и Коломенского ювеналия. Будучи секретарем митрополита, игумен Лазарь, безусловно, был посвящен во все детали проводящегося прокуратурой расследования по делу Александра Меня. А спустя месяц был найден мертвым игумен Серафим Шлыков. У него на теле был вырезан восьмиконечный православный крест. Явный признак ритуального убийства. В спешном порядке следствие стало прорабатывать версию о возможной связи между убийствами трех священников. Убийствами от рук религиозных фанатиков. И, как тогда казалось, не напрасно. Из Оптиной пустыни в прокуратуру было передано письмо. Открывает доступ к еще недавно строго засекреченным архивам Комитета госбезопасности. И вот в газете «Аргументы и факты» публикуется сенсационное заявление бывшего сотрудника КГБ, который утверждал, что незадолго до гибели Александр Мень получил материалы, компрометирующие высшее церковное и партийное руководство. Якобы именно эти документы и находились в пропавшем портфеле Меня, за которым охотились спецслужбы. Во
время похорон отца Александра велась скрытая оперативная съемка. При просмотре видеозаписи следователи обратили внимание на неизвестного человека в черном с сигаретой в руках. Его потом так и назовут – курящий. Никто из присутствующих на похоронах этого человека не знал. Это вызвало подозрение, и его негласно объявили во всесоюзный розыск. В печати возникли предположения, что курящий – агент госбезопасности. А вскоре в прессу просочились данные о проведенной судебно-медицинской экспертизе. Именно тогда эксперт Виктор Емелин изложил свою сенсационную версию. Смертельный удар отцу Меню нанесли все же не топором, а саперной лопаткой. Топор, остро заточенный, вот такой огромный зазубренный, не может иметь. Но это нелогично. Я, например, таких топоров не видел, и вряд ли кто-нибудь видел. Чтобы был огромный дефект на лезвии топора. Без этого дефекта, вот без такой какой-то выемки, вот этот угол и на шляпе, и на ране, и на кости не образовался бы. Мне представилось очень любопытно подумать насчет саперной лопатки. После августовского путча версия о причастности к убийству Александра Меня представителей спецслужб становилась все более и более популярной. Ну, вы знаете, как ни странно, эта версия вот имела место, и ее очень внимательно мы изучали, эту версию. Может быть, убийц интересовали не деньги, а нечто иное, что могло быть в портфеле. Единомышленники священника считают, что в нем Мень хранил папку с неким открытым письмом. Насколько я понимаю, он писал свои мысли о том, как должно быть обустроено, говоря словами Александра Александровича Солженицына, жизнь в России и какие-то свои мысли о развитии церкви. Но какую опасность для устоев государства могли таить в себе просто мысли, пусть и весьма популярного священника? Впрочем, многие из близкого окружения Александра Меня считают иначе. Люди в штатском появились среди прихожан отца Александра еще в 60-е годы. Именно тогда на Лубянке на Меня завели особую папку и дали священнику оперативный псевдоним – миссионер. ГБО досаждал прежде всего тем, что к нему активно тянулись люди. А человек, который привлекает христианство и своей личности, своим проповедями и общением, конечно, был крайне неугоден. Он был идеологический враг. После полета Гагарина в космос Хрущев заявил на весь мир, что теперь знает точно, Бога на Земле нет. И пообещал очень скоро показать по телевизору последнего попа. Видимо, чтобы приблизить это эпохальное событие, Никита Сергеевич ввел запрет на служение за пределами храма. Нельзя было открыто проповедовать, нельзя было совершать некоторые богослужения вне церковной ограды, ну и многое другое. Он это делал разными способами, но он это делал. Если бы кто-то донес, что он крестил на дому, его могли просто посадить. И я помню, что он всем давал крестики, он сам дарил, и мне такой подарил крестик, и такой, ну такое распятие. И первый обыск был связан ведь действительно с Солженицыным, потому что искали тогда в круге первом рукопись, вот, которую отец Александр благоразумно, незадолго до прихода чекистов, спрятал у себя в семхозе. Александра Меня вызывают на Лубянку, уговаривают написать покаянное письмо. Но после отказа
Отца Александра начинают откровенно травить в прессе. Про священника стали ходить слухи, что он создал антисоветское подполье и собирается основать независимую еврейскую православную церковь. Я думаю, что слухи распускало КГБ, специально желая скомпрометировать его. Слухи распускало какое-то правое крыло церкви, которому он поперек горла был еврей, и проповедник, и исключительно талантливый человек. При этом у высших иерархов православной церкви к отцу Александру никаких нареканий не было. Я с митрополитом Ювеналием беседовал, и у него были очень положительные отклики о отце Александре Емене. И наградной крест – это свидетельство вот его правильного служения православной церкви. С приходом к власти Андропова отношение к церкви ужесточилось. В начале 80-х годов Андропов выдвинул такой тезис, что диссиденты пошли в церковь. Значит, надо чистить церковь. Александр Мень был на грани ареста. Но все скоро меняется с приходом Горбачева. Русская православная церковь стремительно укрепляет свои позиции. Священнослужителям уже разрешается проповедовать за пределами храма. Многие из них идут в политику. С благословения митрополита Ювеналия отец Александр с мая 88 года начинает свои публичные проповеди. В Библии говорится о том, что человек создан по образу и подобию Божию. Это как раз то, о чем я сейчас вам говорил, но другими словами. И чем ближе он к своему первообразу, тем ближе его цель. Чем ближе он к тому совершенному и непостижимому, тем прекраснее и гармоничнее становится его жизнь. С мая 88 года Александр Мень выступает в школах, институтах. За два года он прочитал около 200 лекций. Когда он вышел на открытую проповедь в последние годы своей жизни, то оказалось, что он не просто востребован, а что духовная жажда такова, что его готовы слушать миллионы. Вряд ли это могло устраивать тех, кто желал тогда сохранить советскую власть. Кажется, еще немного, и у народа мог появиться новый духовный лидер. Кто знает, к чему бы он призвал свою паству. Известно, что за Александром Менем в годы Горбачевской перестройки продолжали присматривать. Возможно, кто-то следил за Менем и накануне убийства, 8 сентября. Его соседи говорили, что видели в тот вечер двоих незнакомцев, притаившихся у забора, окружавшего дом Александра Меня. Проезжавшая мимо патрульная машина их спугнула. Да и сам отец Александр, по-видимому, чувствовал, что за ним следят. Накануне убийства он пришел домой сверхобычного поздно и был очень взволнован. Быстро поднялся на второй этаж, включил свет всюду и довольно раздраженно сказал своим домашним, что для него было очень непривычно. Он был очень терпимый человек. Он сказал им: я же вам сказал, что когда вы, значит, остаетесь одни дома, то всегда включайте свет. В тот же вечер одна из жительниц сельхоза на тропинке, ведущей к дому священника, встретила незнакомого человека. Когда ей потом показали оперативную съемку похорон отца Александра в Курящем, она опознала незнакомца, которого встретила накануне убийства. Эта женщина вскоре умерла, что вызвало волну самых невероятных предположений. Но была ли ее смерть связана с расследованием убийства отца Александра, мы уже не узнаем. Как не узнаем никогда и содержимого секретных папок по делу миссионера, которые хранились долгие годы на Лубянке. У Крючкова они нашли какие-то документы, которые свидетельствовали о причастности КГБ к убийству отца Александра. Я, когда был в 91-м году, значит, на Лубянке и беседовал со Столяровым, тогдашним заместителем Бакатина, я спросил его конкретно, я спросил о своем деле, о деле отца Александра. Он сказал: они уничтожены. Зачем было уничтожать дело священника, которое, возможно, могло помочь расследованию убийства? Расследованию, напомним, находившегося под контролем главы государства. Значит, кому-то было выгоднее скрыть определенные факты. В октябре 1994-го был убит известный журналист Дмитрий Холодов.
К этому моменту все версии по делу отца Александра зашли в тупик. Но еще одно громкое убийство всколыхнуло общественность. И президент Ельцин потребовал от руководства МВД в кратчайшие сроки найти убийц и священника, и журналиста. Обстоятельства гибели Александра Меня стал изучать лично генерал Владимир Колесников, начальник Главного управления уголовного розыска. Он-то и обратил внимание на то, что буквально за 6-7 часов до убийства священника на станции «Семхоз» странно погибла женщина. Тогда считалось, что женщина по неосторожности попала под электричку. Мы уже говорили, что при ней не было никаких документов. Они были найдены совершенно случайно только через 3 дня, когда следователь Соловьев осматривал окрестности в связи с убийством Александра Меня. Напомним еще раз про удивительную находку. И вот я заглянул под платформу 11 числа, это было 11 сентября, платформы «Семхоз». И далеко-далеко где-то увидел пакет полиэтиленовый. В пакете находились джинсы, купленные Аникейчик, ее сумочка с деньгами и документ. То есть все вещи, принадлежавшие Аникейчик. Эти вещи, они были не просто там вот новые джинсы, а все это было забрызгано кровью, мозговым веществом. То есть ясно было, что их собрали уже после того, как она погибла, и с какой-то целью засунули вот под эту платформу. В те дни никому и в голову не пришло связать эту странную находку с гибелью отца Александра. Тем более, еще раз напомним, что как раз 11 числа Бобков признался в убийстве Меня, и все остальные версии отошли на второй план. Дело погибшей под колесами электрички Галины Аникейчик, естественно, рассматривалось отдельно, без какой-либо связи с убийством священника. По делу Аникейчик тогда был задержан жених Аникейчик, Игорь Бушнев. Бушнев рассказывал, что они с Галиной Аникейчик, будучи в приличном подпитии, ехали в Хотьково, где Аникейчик проживала вместе со своей матерью. По словам Бушнева, к нему в поезде пристали какие-то парни. Он попытался с ними разобраться, но они вывели его в тамбур и потом выкинули на станции Завета Ильича. Это около 40 минут, не доезжая Хотьково. А его невеста почему-то осталась в вагоне с обидчиками Бушнева. Как рассказывал сам Бушнев, потом он прыгнул в следующую электричку, доехал до Хотьково, куда они должны были доехать. Это одна остановка до Семхоза. И потом уже встретился с Лобаковой, с матерью Аникейчик. История Бушнева тогда показалась правдоподобной. Но на всякий случай оперативники провели у него в доме обыск и обнаружили топор. На всякий случай его изъяли. Тогда в связи с убийством священника топоры изымались по всему району. Я помню, что когда меня допрашивали в очередной раз в 93-94 году, я зашел в кабинет к следователю, вот, и вдруг, значит, я увидел наверху шкафа гигантское количество топоров. Их, наверное, там штук 30 лежало, этих топоров. Потом эти топоры исчезнут. Как и фрагмент затылочной кости и видеоматериалы следственных экспериментов. Говорят, что при переезде прокуратуры из здания в здание. Переезд. Все банально, все предельно просто. Тут не надо искать никаких подводных камней и чьих-то злых умыслов. Я уверен в этом. У нас могут потерять все. Тем не менее, именно исчезновение топора Бушнева сыграет роль роковую. Спустя 3 года Владимир Колесников, в прошлом первоклассный сыщик, изучая материалы дела Меня, обратит внимание на то, что в черепной кости убитого священника были обнаружены частицы осыпавшейся краски. Ручка же топора, изъятого у Бушнева, была покрашена. Об этом в деле сохранились показания матери Аникейчик. Но одна ли и та же это была краска? Проверить это было уже невозможно. Однако распоряжение президента России срочно найти убийцу священника надо было выполнять. Начали изучать, кто такой Бушнев. Бушнев дважды судимый. До того 2 раза он был судим за злостное хулиганство. Причем каждый раз это были вспышки неожиданного гнева, не вызванные практически ничем, где он жесточайше избивал людей. Колесников задал коллегам вопрос.
А что, если Бушнев придумал всю историю с разборками в электричке? Я сразу должен сказать, что это версия, что если я неправду говорю о этих событиях, я прошу прощения у Бушнева вот прямо здесь с экрана. Но здесь очень много странных и невыясненных обстоятельств. Вот давайте с вами посмотрим эту линию четко совершенно. Итак, давайте разберемся, как, по версии Бушнева, развивались события. Поздним вечером Бушнев вместе с Аникейчик сели в электричку в Москве, чтобы добраться до станции Ходькова, где жили в доме ее матери. На станции Завета Ильича Бушнева, по его словам, выбрасывают из вагона. А Аникейчик, по неизвестным причинам, проезжает свою станцию Ходькова. Ее труп найдут на следующей станции – Симхоз. А что, если никакой драки в электричке не было? На станции Завета Ильича никто Бушнева из электрички не выбрасывал. И они с Аникейчик просто проспали свою остановку в Ходьково и вышли на следующий, в Симхозе. И не было там никакого ни скандала, ничего там не было. После того, как они вышли в Симхозе, здесь могли быть разборки с Аникейчик, почему-то не разбудила, или почему поехали, и что-то еще. В убийстве священника отца Александра Меня. И в этом случае мы вам гарантируем прекрасную жизнь. Вы получите 3 года. Ну, мы вам устроим условно-досрочное освобождение по половине отбытия срока. Это будет не умышленное убийство, а убийство в состоянии сильного душевного волнения, в состоянии аффекта. В противном случае мы на вас повесим убийство Александра Меня, убийство Аникейчик, и получите расстрел по 102. И Бушнев выбрал. Он признается в убийстве Александра Меня. При этом в признании пишет про хулиганов, приставших к нему в электричке. Но дальше историю продолжает так. Утром с похмелья он выхватывает топор и отправляется из Ходькова на поиски вчерашних обидчиков. Но, как говорит Сбудуна, садится не в московскую электричку, а в идущую в противоположном направлении. Сообразив, что едет не туда, выходит в Симхозе. Там встречает какого-то мужика с бородой, якобы похожего на одного из парней из электрички, и случайно его убивает. История дикая. Сам ли Бушнев ее придумал или ему подсказали, узнать теперь, судя по всему, вряд ли удастся. Но, тем не менее, именно с этой версией следователи выходят на суд. О том, что там нашли какую-то сумку, в которой были джинсы, деньги и документы на имя Галины Аникейчик, я не то что не помню, но я точно знаю, что этих документов, но эти документы не были предметом рассмотрения в судебном заседании. На суде же Бушнев все отрицает. Говорит, что в изоляторе его избивали, вынуждали взять на себя вину и подсунули изложенную им в признании версию убийства священника. В результате Бушнева признают невиновным и в убийстве священника, и в убийстве Галины Аникейчик. Есть 3 версии, да?
Значит, ее могли толкнуть. Или вот эти ребята, про которых говорил Бушнев. Или сам Бушнев, который придумал все остальные версии. Или она сама попала случайно, поскольку была пьяна. Но тогда каким образом пакет с вещами Аникейчик оказался спрятанным под платформу? Будь у следователя потерянные улики, может, тогда не потребовалось бы подталкивать Бушнева к нелепой версии случайного нападения. И он бы предстал перед судом по обвинению в двойном убийстве. Вообще, следствие велось довольно-таки странно. Менялись следователи, исчезали важнейшие вещественные доказательства. Дело явно шло в никуда. К 95-му году все версии убийства окончательно зашли в тупик, а вопросов оставалось много. Как так получилось, что из здания прокуратуры исчезли основные улики? Кто и зачем явно пытался увести следствие в сторону? И, наконец, главное, убийство Александра Мени – это просто уголовщина или все же политический заказ? Человек поставлен в мир, где действуют бездушные слепые стихии. Каково же призвание человека? Прежде всего, изначально, духовно ими повелевать. Накануне гибели отец Александр провел литургию в своем храме в Новой деревне. Она стала последней. Посреди литургии он вдруг остановился, посмотрел на пространство не очень большое в этом храме, и сказал: время пришло. Таких слов в литургии нет. Он, вероятно, кого-то увидел.